Че, понеслась? Ребят, привет! Меня зовут Коленко Павел. Я отвечаю за продукт в компании Van Doren Rubber Company, более известную как Vans. Сейчас мы находимся на знаменитом московском споте школы искусств имени Балакирева. Я вам расскажу немного о новой скейт-классике, новый продукт в коллекции Vans Skateboarding. Вот, что же принципиально изменилось в скейт-классике относительно его их предыдущих моделей как Pro? Во-первых, добавились везде названия «скейтбординг» на шилдике, на внутренней стельке. Из-за чего это было сделано? Мы провели исследование, и всего лишь 34% скейтбордистов знают, что у Vans есть специализированный продукт, который сделан для катания на скейте. Вот. И поэтому было изменено название на скейтборд, чтобы всем было более понятно. Помимо того, что кеды получили новое название, они также были наделены множеством новых технологий. Первое и, наверное, одно из самых важных, что было сделано, это новые стельки Pop Cush. Это наша фирменная запатентованная пена, которая отлично сохранит ваши ноги при прыжках с больших высот. Для узнаваемости именно скейтборд моделей шилдики Vans, которые раньше отлетали, были выполнены из более плотного материала и сделаны в цвет ватерлинии. То есть клетка выполнена в цвет ватерлинии. Также задник кеда внутренний будет выполнен в этом же цвете. Также в пяточной зоне кед появилась дополнительная вкладка, которая позволяет пятке сидеть более комфортно при катании на скейте. Помимо этого, кеды получили новую подошву. То есть Vans почти уже 55 лет как выпускает вулканизированную обувь и постоянно ее модернизирует. Для моделей скейтбординг была разработана новая формула резины под названием Six-Stick. Эта резина более износостойкая при катании на скейте и более цепкая. И еще одной из самых главных инноваций, которая появилась в этих кедах, это под замшей есть дополнительные слои резины под названием DuraCap. Они есть в носовой части, то есть в местах наиболее подверженному стиранию при катании на скейте, и также дополнительный слой резины в переднем бампере, что позволяет кедам служить еще дольше. Также новые кеды получили удобные дополнительные стрэпы, которые позволяют языку не смещаться во время катания, тем самым не доставляя дискомфорта скейтеру. Если кто не знает, то Vans были первыми в мире скейтовыми кедами. То есть в 1976 году, когда появилась модель Era, это были первые кеды, созданные для скейтбординга. В разработке этих кед участвовали такие пионеры скейта, как Стейси Пералта и Тони Алва. Era стала первым скейтовым кедом. И на всех скейтборд-кедах Vans есть такой вот шилдик Vans World No. 1 Skate Shoe, что действительно правда. В руках у меня находится модель под названием Skate Old School, но все любимые 5 икон Vans также есть выполнены в коллекции скейтбординг. То есть все аутентики, слепоны, эры, скейтхаи, все также есть в коллекции скейтборд. Вот, помимо такого красивого бежевого цвета, они также будут черных, черно-белых цветах. То есть все как любят скейтбордисты. Всем пока. Надеюсь, моя информация была вам полезна. И катайтесь на скейте.